настолько маразм крепчал в нашей стране, что полицейские меня сейчас заберут. Какой пикет? Я не пикетирую. Уборка. Третий день. 16 часов позади, 2 дня. Вот. Сегодня приехали активисты поддержать меня. Тоже со мной убираются. Ну, я не унываю, меня это делает сильнее. Я считаю то, что власть пытается меня как-то наказать, но меня она делает крепче, злее. И еще я понимаю, как дальше делать не стоит, как делать стоит. В общем, одни плюсы, на природе убираемся. Все нормально. Тухлянка называется. Это песочек, а там вот дальше собака. Сейчас местные называют ее тухлянкой. Да, мусора позор Казахстана, я сказал. И вот они так вот сделали, чтобы я мусор убирал. Ты считаешь это как-то... Конечно, взаимосвязано 100%. Раз говоришь о том, что это позор Казахстана, тогда убирайся. И вообще, это какой-никакой спорт. Я делаю какое-то для поселка полезное дело. Одни плюсы в этом. Везли в ДВД. Долго не знали, что со мной делать. И, видимо, сейчас предварительное слушание будет. Да, это первое слушание, да? Первое. На твой личный взгляд, вот на твою позицию повлияло вот этот приговор, вот это решение суда? Дальнейшие твои действия будут уже другими? Все остается так же. Ничего, никак меня не пытались исправить, но ничего, как бы я как позиции одной оставался и так остался в этой позиции.